ZBrush 2019, вот такой Борис получился после покраски. Вот так у него крылья выглядят. Сейчас сверху покажу вам. Вот таким вот образом. Так, давайте сейчас с сеткой немножко разберемся. Выбираем Бориса N. Цвет пока можно. Так, значит, что сделаем? Сделаем дубликат сначала этому персонажу. Все отключим. И переключимся на верхний вот этот Subtool. Вот он у нас, Борис. И давайте нарисуем полигруппы. Значит, кисточка стандарт, RGB, ZAT. Выбираем черный цвет. Кисточку делаем поменьше и нарисуем полигруппы. Так, значит, так. Надо, чтобы сетка возле глаз была именно круглой. Вот так нарисуем. Ну, так как-то. Так, теперь отобьем клюв. Тоже вот таким вот образом. Ну и в принципе все. Можно еще сетку здесь вот на щеках сделать, чтобы она была как бы вот Ctrl-Z. Мышкой неудобно рисовать. Так, давайте вот щеки ему нарисуем. Вот так. Вот так как-то. Ну, чтобы сетка здесь вот круглая была. Так, что еще? Что еще можно сделать? Ну, еще так. Разобьем, наверное, вот так вот маской посередине. Сделаем полоску. Это слишком толстая. Это слишком никакая. Так, вот побольше и как-нибудь ее сейчас чуть-чуть поменьше. Во. И вот эту часть тоже закрасим. Так, побольше кисточку. Вот до сюда, до рта доведем. Ну и тут тоже вот так вот. И подведем вот этот полоску именно вот. Ну, давайте сразу его вот так пополам поделим. Посмотрим, что получится. Опять же, в качестве эксперимента не помешает. Итак, вот, вот еще что. Я хочу, чтобы вот здесь тоже сетка была полукругом. Вот так вот. Ну, вот таким вот образом. Так, теперь что делаем? Когда мы нарисовали вот эти части, где должны быть полигруппы, заходим в заплагины и находим полигруппы. Вот это. И нажимаем полигрупп from. Так, смотрим, что получилось. Вот разбилось все по полигруппам. Вот теперь нам нужно сделать что? ZRMesh. Заходим, находим ZRMesh в геометрии. Adaptive отключаем. Прибавляем чуть-чуть вот этот таргет. Итак, поставим Keep Group. Заремешим. Итак, получились у нас вот такие вот. Вот такая сетка. 13 тысяч полигонов. Смотрим, что да как. Заходим в Z-плагины, находим Work on Clone.
включаем Enable Control Painting, Attract включаем и нарисуем, где мы хотим, чтобы прошла развертка. Так, а развертка должна у меня пройти вот тут. Да. Потом надо ее сзади как-то пустить. Вот так. Получается, нужно его развернуть где-то. Ну, вот так вот. Раз. Ведем, допустим, по груди. Уходим на ляжку. Здесь, значит, за ляжкой проходим. И выходим вот сюда. И здесь вот так еще. Так, Ctrl-Z. X-симметрию отключаем. И вот так вот еще. Здесь вот развернем. Вот так. И лапы тоже развернем. Сзади вот здесь вот будет развертка. И вот до этого пальца. Что-то в таком духе. Ну, нажимаем теперь Unwrap вот это. За плагины смоем, как развернулся персонаж, это Flatten. Вот так вот. Unflat. Теперь в The плагинах копируем Copy UVS. Выбираем раскрашенного персонажа нашего и прикрепляем этот цвет и к персонажу Pattern UVS. Смотрим теперь. Так, текстуры Map. Crit. New from Polypaint. Вот развертка здесь появилась. И делаем экспорт. Сохранить. Ну и таким вот образом делаем дальше. Итак, Blender 2.91. Давайте соберем этого персонажа гуся. Delete куб, камера, свет пока можно отключить. И все вот эти файлы импортируем сюда. Так, где он тут находится, гусь? Гусь, погнали. Так, сначала идет, давайте, перья, импорт. Вот тут внизу они появились. Теперь импорт опш идет у нас, значит, крылья. Теперь погнали брови. Так, это вот брови. Файл импорт глаза теперь. Так, развертка Борис. И теперь нужны нам... А, челюсть нижняя. Так, файл импорт опш. Челюсть. Так, теперь, значит, тройка на нампаде, единица на нампаде, вот такой вот персонаж.
Поднимаем его повыше. И привязываем все части именно с Set Origin к 3D курсору. Ну, такая штукенция. Вот такой получился перс. Теперь нужно вставить ему косточки. Так, смотрим, что у него тут. Сетка, вы видите, нормальная, неплотная. И выглядит он симпатично. Так, попробуем сделать шейдер смут. Ну вот уже. Вот такая штукенция. Так, а ну-ка. Скульптрис. И чуть-чуть артефакты вот эти подберем. О. Это вот сетка ZRMesh-овская. Вот такая штукенция. Посмотрим, как ее кости примут. Если не примут, то уже тогда нужно будет переходить на сетку DynaMesh. Так, Object включаем. Ну вот такой будущий подопечный для анимации. Все, всем пока, до свидания.